Look, it's Batman. Я сейчас ничего. Этому городу нужен герой. City needs a hero. His name is Batsy. I knew it was a Batman. Batsy to the rescue. We are back. We are back with more of Tell Me Story. And the lagginess seemed to have cleared up. All it took was pausing the game. So that's good. So, what we want to do here is enter the bar, I guess. But I want to see what this guy has anything to say. Прости, босс. Сейчас денег нет. Я позже верну. Не продолжай. This guy still owes us money, apparently. That's it. Let's go into the bar. Эй, привет. Что привело тебя сюда, странник? Я надеюсь, что приключения. Я и сам раньше любил приключенистые приключения. Чего? Тоха, ты обсаженный, что ли? Черт, Пачеч, это ты? В тему. У тебя уже пару лет как заколочен вход с улицы, сюда только... Есть такое. Слышал, что у тебя произошло. Что-то нет желания. Понимаю, я тут если... Я тебя услышал. He did recognize us in the dark, apparently. Uh-oh, you might hear about us on the news. Pineapple Lagoon explosion. Yep. We were there. Took you a long time. This is the guy we came to meet. Ночь не задалась, знаешь ли. А это кто? Это Ли. Бустером подрабатывает. У меня с ним своя тема. Ему можно доверять. Тебя, к слову, уже объявили в розыск. Мелькнул слух, что подключили даже... Так вот, чьи-то наемники были, понял тебя. У меня мало времени, через несколько часов с тачки снимут протокол инкогни... Что за протокол? Не заморачивайся, Один из уродов у меня дома, спизданул что-то про новый мировой порядок. Не смотришь новости, это корпорация, ТРГ, забудь, до них не добраться. Я бы и рад забыть, но есть одна... Этим вечером, в H-City погиб мой брат. Есть один парень, который сможет тебе с этим... Если ты не заметил, я сам уже не ассоциирую. Смотри, внимательно сними, этот парень умеет мошнить, Ли, да я... Вот. Когда будут спрашивать, а они будут. Скажи, что тебя прислал Ли Кхой. Понятно. Еще вопрос. Как моя тачка оказалась у департамента? Ярс психанул, когда тачку нашли в элитном блоке. Приказал отбуксировать ее. Любопытно. Не суть. Пора к вашему контакту. Надеюсь, еще увидимся. There we go, me. His contact. This guy right next to him is drunk out of his mind. Looks like they've been having 2 minutes. Jack Daniels. This guy's dumb drunk too. Наелся и спит. Get drunk and sleep. Next to the snack machine. In the pool room. Ah, that looks like a scene from that one movie. I forget what it's called. It'll come to me eventually. Samuel L. Jackson was in it, I know that. Dang it, that's gonna bother me. It came out in 94, I know that. I can't think of what it is. Oh well. Alright. Close that door. Get to the contact.
segment 4. Partner. Still driving a squad car, so peeps might be a bit uneasy. Какой милый райончик. The Fakani Auction House. This car was destroyed. Get to the auction house, wherever that is. In there, maybe. Why not? Look, it's Batman. Я сейчас ничего не путаю. I'm not confusing anything, Hal. Этому городу нужен герой. City needs a hero. His name is Batsy. I knew it was Batman. Да, я все так и понял. Это кажется безумием, но отчаянные времена требуют... Отчаяние приходит от безысходности. Война — это путь обмана, постоянная организация ложных выпадов. Задумайся. Соглашусь. Batsy to the rescue. Got the Batsy achievement. Even has his Batmobile hidden. Nice. Nice little reference there. Easily missed. Auction house is over there. What's this? Implants, prosthesis, augmentation. Оставь это при себе. Отвали, чёрт. But she can't get in. Nothing. And this is where we want to be. Ничего не перепутал. Судя по виду, ты просто мясо для Ели, я угадал. Лик Хой дал этот адрес. Эй, пёс, ты уверен, что не ошибся? От тебя несёт легавым затёвами. Любишь нюхать псов? Ха-ха-ха, а ты хорош. Проходи, тебя уже ждут. They like the threat of dogs coming in. We're at the auction house. Big F is reading. Probably in here. Big F. Слушаю, время деньги, так что не тяни. Есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить. Продолжай. Кто несет ответственность за взрыв? Корпорация ТРГД. Без указки главы там ничего не делается. Нет, если тебе нужен крайний, его имя будет после выполнения. Вот кейс. Доставь его в это заведение и передай привет. Что в кейсе? А ты, парень, не смекнул, как это? Мой прокол. Проще некуда, чел. Доставил кейс. Перед РМК даст все необходимое. Надеюсь, мы поняли друг друга. Более чем. Будь любезен, поторопись. У подарка есть срок годности, если ты понимаешь, о чем я. Примерно часа 4. The gift has an expiration date. It's probably a bomb. Just sitting in front of all this money. Alright, let's stick around here for a bit, then we get out of here. Yes, a little Tommy gun right there. Not bad. Alright, let's get out of here. Чел реально в сейфе сидит. He's really sitting in the safe.
Well, at least it's not in an elevator. Get this device to whom it needs to be. Get me out of here. Так, Илай вместе с Ли много для нас сделали. Попросили за тебя, а мы готовы вкладываться в полез. Протокол взломать не удалось. Тачка сейчас под колпаком. Вот наш пургон, чистейший олдскул. Рвёт до 200 с нуля. Забито сочным софтом. Чистый телефон. С бэкпингом. Сразу будешь видеть, откуда тебе звонить. Плотно вы меня заряжаете. Шутка ли? Чел, которому ты сейчас двинешь, танк взорвал. Продолжим. Эв сказал подкинуть тебе старкиллера, модель... Не страшно. Не страшно. Не последний бонус, но не последний. Готов? Идущие на смерть приветствуют. Отличный настрой, бродяга. Alright, let's take the gift. Заебись. Sweet Wuxia. Parking nicely each and every time. Find a hangout. Какое совпадение. Well, the coincidence is Zerg also lives in the area. Надо к нему заглянуть. I'll visit him later. Только не плачь. Okay. Are we going in the box here? Yes, we are. It looks like... Сколько? Ты вообще нормальный или кто? Who's down here? Есть кто? И ты ему поверил. There are people on the other side. Just bones. Let's go into the books. Привет, сладкий пирожок. Ты что-то рано. Мальчики отдыхают. Но я могу позвать кого-нибудь. Я, видимо, ошибся. Это ко мне, братик. Пусть поднимается. Let it come to me. О, у нас особый гость. Мистер Блопах ожидает вас в своем кабинете. Вверх по лестнице, первая дверь. Славно. Mr. Boba, let's go up to his office. Mr. Boba. Когда же все это кончится? Mr. Boba. Nice little dog. И что тут у нас? What we got here? Тебе привет от Большого F. Да. А не пошел бы он нах? Я, как бы, меня просто попросили. Чего у тебя там? На стол клади, открывай. Open it up. Ох, нихуя. Братик, и зачем мне это? It's a bomb, I knew it. Неловко получилось. Неловко у тебя сейчас башка отлетит нахуй. It's gonna explode now. Обстановочка там накалилась в тишь. Еще как, братик. Кнопки там есть? Enter и Escape. Вот, сука. Enter жми. Нажал. Click. Now the countdown has begun. Хули оно пикать начало. У подарка есть срок годности. Серьезно? Братик, ты меня поражаешь своими умом. Панель открылась. Надо ввести код. Тут ч люблю этого шутника. Так, надо под что нажимать. Братик, ты пиздец душишь? Я думаю, мне кажется, у нас не так много времени. Ну похуй, давай на рандоме. 4, кажется, сработало. А теперь к делу, кто ты и нахуй оно тебе надо было? Мне просто сказали доставить кейс сюда и передать привет. Ты всегда выполняешь приказы двухметровых перекачанных аугментаций. Обстоятельства. Ну ты и кадр. Даже спорить не буду. Ладно, ладно, умеет F уговаривать, передай. Я, конечно, не восьмикратный, но подниму процент. Это, как его, прости за негатив. Сам поможет тебе мальчика? У нас тут лучшие мужики и чити. Настрой немного не тот, давай в другой раз. Nah, we don't need a boy. Понимаю,
И это, передай ему, чтобы он шел нахуй. What? И про процент. Да, про процент тоже. Alright, the percentage has gone up. Now we gotta get back to Limboba. Kind of what we did. Yeah. Leave this alone. Всего доброго, сладенький. Заходи еще. Will do. Обязательно. С этим разобрался. Теперь надо найти старого знакомого. Now we need to find an old friend. Probably down this way. Or this way. Я его где-то видел. Yep, now it's open. Этот ливень уже достал. Find swarm tech. Пока я спал, мои вещи постирали. Как скажешь. Не нужно верить всему, что говорят. Yeah, I've been really getting into this. It's been interesting, despite the fact having to read everything and some of it being cut off, but following the story a bit. Я никому не верю. It's been fine. Слушай, ты в благородство со мной поиграть решил? Всего пара заданий. Просто иди нахуй. Представляешь, и тут они у меня говорят без уважения. А ты чего? Я им три части, что я еще могла сделать. Они чего? На негативе и все. В чем проблема-то? Ну да, чепуха какая-то. Окей. Okay. It's just a little mini bar. Не нравится? Не нравится. Уёбывай. Dead end. Не надо мешать. Probably that way. Gonna look around a bit more. Этот ливень уже достал. Tech repair. This might be it. Alright, and if that's the case, let's go back here. Go through here. Иди мимо, чепуха. Не сопротивляйся. Actually, a lot of these places open up. Can't tell which is official. Сейчас бы чашку горячего кофе. Чё-то воняет. Alright, well, we're gonna stop it here and we're gonna pick it up next point and explore more of these sub-streets.